В этом году я не пойду голосовать на выборы, как и в предыдущие года, когда у меня была возможность это сделать, потому что я боюсь, что мой голос будет отдан не тому кандидату или кандидатке, и я не хочу никого поддерживать, потому что не вижу достойных для этого людей в этой стране. Мы с мужем будем голосовать за партию социалистов и за ДДОМ. Если бы коммунисты были у власти, то, наверное, за них. Я очень разочарована в том парламенте, который был вот до этого. Я буду голосовать за блок ПАС, потому что все-таки из всех партий, которые есть, я считаю, что они единственные, которые правду говорят так, как оно есть. И то, что они через СМИ как-то их сильно заливают грязью, то не знаю, я за них буду голосовать, и я не меняю свое мнение. Почему я за Европу? Потому что там будет румынский паспорт, будет работы побольше, и люди уже будут нормально там ходить на работу, чем тут на маленькой зарплате. А за партию социалистов? И почему? Не знаю. Конкретно таких нету, но других кандидатов я не вижу просто. За ПДМ разочаровалась в них. Поэтому остается только партия социалистов на данный момент. А